И вот вся желтизна, какая здесь есть, постепенно все это уйдет. И потом восстановление живописи в местах утрат. Хотя работы еще предстоит немало, полотно уже находится не в плачевном состоянии. Холст, когда картину принесли в мастерскую, был таким, что натянуть его на подрамник не вышло бы. Очень много было прорывов. Сам холст стал настолько ветхим и хрупким, он просто ломался. И очень большие утраты красочного слоя, так как живопись пастозная, рельефная, она сыпалась. Поэтому пришлось очень много потрудиться, чтобы восстановить ее. В реставрационную мастерскую художественного музея попадают разные полотна. На иконе «Великий архиерей» был полностью утрачен ангел. Его реставратору придется писать заново. Смоленскую Дигитрию вообще спасли с пожара. Дерево пришлось очищать от копоти. И владелец иконы удивился, что темпера смогла сохраниться. Реставрация – процесс длительный и дорогостоящий. Работа мастера сродни ювелирной. Использовать приходится натуральные материалы. Но все затраты оправданы, рассказывает Елена Росина, потому что вернуть к жизни получается действительно редкий полотна. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».